Здоровья всем! Халло, ребята! С вами Коля, и вы на канале The Night Mario. И сегодня мы продолжаем проходить Plants vs. Zombies iOS Edition. И сегодня у нас уже... Сегодня у нас уже крыша. Да, ребята, прикиньте, у нас осталось совершенно маленечко уровней. Я думаю, где-то выйдет... Кстати говоря, уже вот это вот 22-й выпуск по игре «Растения против зомби iOS Edition». Я постараюсь сделать сборник всех выпусков, да, типа полное прохождение, но я думаю, на это уйдет где-то часов 4, чтобы загрузить его на компьютер, потому что еще монтировать. Ну ладно, окей, у нас левел 1. Ну, погнали. Так. Сейчас, погодите, мне кое-что проверить надо сейчас. Да, все правильно. Все. Нет. Просто у меня такое бывает, то, что бывает просто выключается запись сама собой. Так. Качана пульта возьмем. Смотрите, там у нас новый зомби. Сейчас посмотрим про него. Банджи-зомби Тарзанка. Понятно. Короче, нам это ничего нового не дало. Так, у нас это куплено все. Так, давайте возьмем подсолнухи. Так, я думаю, горох, потом тебя. Хотя, смотрите, там крыша, она как-то странно сделана. Ладно, так, кого еще мы возьмем? Я даже не знаю. Ну, давайте тыкву. На, еще, блин. Так, ну давайте... О, давайте зубастика. Зубастик у нас, давайте, три ряда будет качанов, потом один ряд подсолнухов и так далее. Поехали. Ну, в принципе, кстати, смотрите, здесь у нас специальные горшки, видимо, на них надо садить, то есть на саму крышу они не ставятся, так же, как растение на воду без лилии, оно туда не ставится же, вот, видимо, поэтому здесь сделано вот так вот. Кстати, недавно совершенно узнал про блогера официал Залел, он тоже снимает про растения против зомби. В принципе, прикольно. Вот, типа, я же начал эру растения против зомби, а потом выпустил Толстый Тим обзор на игру, а потом еще официал Залел. Кстати, Минку можно ставить. Потом еще официал Залел выпустил прохождение игры, даже китайскую версию, о которой я даже не знал. Так, окей. Кстати, мне придется в эту игру, конечно же, задонатить, чтобы открыть все вот эти вот мини-игры. Так, давайте попробуем нашу качана-пульту. Так. Я так понял, смотрите, она же у нас вот так вот сделана, то есть не совсем правильно, как на земле. То есть я думаю, что вот так вот они стрелять еще будут. А если, получается, горохострел поставить вот рядом с этой качана-пульте, которую я только что поставил, то я думаю, он стрелять будет, горох разбивается об крышу, как горох об стену. Да уж, кстати, хорошенькая теория. А, блин, он доходит до нее. Так, все, вот теперь нормально, все отлично. У меня в голове, музыка играет от растения против зомби, потому что очень нравится игра. Ну-ка, стойте, настройки, все нормально. Это хорошо. Что? Куда погнал? Да ты че, блин, на него не прыгнул, идиот! Он украл у меня подсолнух. Ненавижу блинских тарзанок. Они крадут растения. Вот от этого я не ожидал. Я типа думал то, что они будут сверху зомби кидать вниз. То есть будут типа спавнить их, можно так сказать, как в Майнкрафте. Но оказалось то, что они намного умнее. Вот ненавижу. Окей, ладно. Так вот. Эти, короче, качаны будем ставить. Потому что они все-таки поэффективнее будут, чем горохострелы.
Ну, не совсем прям эффективно, а так нормально, в принципе. Атаковать, по крайней мере, можно. Давайте здесь еще поставим кабачок. Ну, все, последняя волна. Да. Давайте еще здесь грохострел поставим. Ну-ка, интересно, а мы горшки получим? Понятно, у нас крадут горшки. Ну-ка, если минку. Он минку урал, ага, лох. За. Так. А, блин, отстань от него. Тихо, там этот, блин, флажок. Давайте рожок, убейте его. Все, молодцы. Ну, а этого, я думаю, быстренько сейчас убьют. Вот так вот мы сейчас даже сделаем. Чтоб по три сразу ему в лицо прилетал. Интересно, а что будет, если в человека бросить качан? Он умрет или нет? Хм, странно. Ну, я думаю, да. И да, кстати, обязательно напишите в чате, как вам мой фильм и трейлер заодно, потому что я делал его 3 часа, ну, по крайней мере, снимал, а монтировал 2 дня. Да, хотя там кажется то, что монтажа немного. Да блин! А, и не туда тыкаю. Я тупой. Так. Ну-ка, ну и что? О май гад, да это же офигенно. Это этот, газонокосилка только на крыше, видимо. Но у меня на нее денег пока нет, так что плохо будет, конечно. Так, ладно, обязательно возьмем горшок, тебя. Грохострелы, я думаю, брать не будем. Вот тыкву возьмем, кабачок, минку. Так, ну и кого еще, в принципе, взять можно? Ну, там зубастика, если что, для крита. Какого-нибудь там. Ну, для критического урона. Так. Кикающий урон по толпе. Так. Потому что реально, вот, мне на самом деле очень понравилась короткометражка. Вообще, ну, вот этот фильм наш. Снимали совместно с LeakMF. Монтировал в программе трейлер, точнее, в iMovie, а сам фильм в видеошоп, потом еще перекидывал на программу Movavi, и там уже все оставшееся добавлял, все, что надо было. Так, здесь у нас, смотрите, здесь у нас уже 2 волны, так что успеем, в принципе, развить здесь так качаны, чтобы стреляли по всем линиям. В последнюю очередь будем выращивать подсолнухи двойные, потому что так надо. Так предсказала судьба. Судьба богов. Отвали от меня. Вот, все отлично. Так, отлично. Он пока там идет. Давайте его тогда один поставим, пока подсолнух. Итак, кстати, обязательно напишите в чате, какие мне игры проходить, потому что я на самом деле не знаю, то есть я буду, конечно же, продолжать игры, но расписание теперь не имеет значения. Скорее всего, и на следующей неделе я буду проходить PvZ iOS Edition. 2 ролика в день, так же, как и сегодня. Сегодня, скорее всего, выйдет объяснение вселенной SCP The Lockdown. Что это был за кадр в начале, что за диск, что в нем и всякое такое. Если не смотрели, обязательно посмотрите, ссылка будет в описании. И на трейлер, и на фильм. Потому что... И вообще планировался фильм премьера его, но я там перепутал одну часть, и, короче, там такая фигня произошла, то, что, типа... Короче, у меня началась премьера прямо сейчас же, я такой, блин... Что делать? И, короче, мне еще там Ворчи написал, я не смогу, я переезжаю. Хотя сам, блин, в то время я снимал ролики какие-то для конкурса или что-то вроде этого. Короче, ничего не понял, реально. Но на самом деле довольно прикольная анимация у убийцы Бонни. А, Ворчи, точно, Ворчи, блин. Я перепутал его с убийцей Бонни. Убийца Бонни — это хороший очень человек, который меня продолжает смотреть, участвовал и в трейлере, и в
фильме, ну, имея в виду в качестве зрителя, и это мне очень понравилось. Я думала уже от него отписываться, так как по правилам проходит 5 дней, и я от вас отписываюсь. Если, конечно, вы не смотрите мой канал и не ставите лайки на ролики, то тогда отписываюсь, конечно же. Да. Потому что у меня такие вот правила. Да, довольно трудные, но от Лекомеф я отписываться, конечно же, не буду. Это мой друг. Мой друг, вы понимаете это? И, скорее всего, в будущем он попадет на стену крутые каналы, так как он написал очень довольно много комментариев, так же, как и Лектор. Итак, кстати, мистер Сирт. Тот самый человек, который в прошлые, вот 16 часов назад, во время, ну, когда я снимаю этот ролик, 16 часов назад, он мне написал комментарий: для начинающего блогера вполне нормально. То есть, он даже роликов не снимает. Он просто, я не знаю, зачем он создал канал, просто комментарий написать, или я не понимаю. Тогда, ну, если я начинающий блогер, тогда он грудничок блогера. Потому что он даже роликов не снимает, он просто создал канал, даже описания нет. Карл, описание. Канал нет, у меня там есть. Кстати, огромное спасибо за 46 подписчиков, это просто... Также я сейчас развиваюсь в программе Streamlabs. Это программа для стримов, оригинальная. Так что в скором времени, скорее всего, будут стримы уже с донатами. То есть я, типа, допустим, поставлю цель набрать 10 рублей на стриме. Я не знаю зачем, но просто, типа... Нет, донатов не будет, все-таки я решил, потому что это как-то, типа, плохо клянчить деньги с... Тебе хоть и знакомых людей, но ты их в глаза не видел. То есть ты слышал их голос, смотрел их ролики, а... остальное ничего не делал, типа, вот, what the fuck, я их даже в лицо не видел. Ну, вот так, короче, вот. Блин, нет, да ты издеваешься, ненавижу тебя, строубурст, мне насрать на этот строубурст. Хотя, на самом деле, я играю сейчас, подсел на PvZ Heroes. Да ты издеваешься, блин. Ненавижу его. Тарзанку, блин. Что, издеваетесь надо мной? Ну, серьезно, он из-под носа красит. Вообще, жопа какая. Реальная задница. Койота. Реклама Тойота. От Йота на жопе Койота. Не знаю, зачем я эту фразу только что сказал, но он просто... Шуточка. Шуточки мутим. Так, все отлично. Слава богу. Так, ну там уже быстренько сейчас разберемся. Какого фига ты? Все. Вы издеваетесь, блин, да ты серьезно, ну как так можно это ставить, а? Вообще не понимаю. Ну-ка, сейчас посмотрим, убьют ли. Ну, хотя бы до третьей фазы дойдет ведрон. Ну, вот вторая фаза. Ну-ка, до третьей дойдет, интересно. Ну, или вообще до четвертой. До четвертой очень вряд ли. До третьей дошел, офигеть. Ну-ка, до четвертой. До четвертой дойдет. До четвертой дошел, пипец. Ну-ка, давайте, убейте его. Молодцы. И мы получаем кукурузу. А, так, это у нас, так, реклама сейчас будет, понятно, Uber Russia, Канопульт, Зернопульта. Ладно, ребята, всем спасибо за просмотр, с вами был Коля на канале The Night Marion, подписывайтесь на channel, ставьте лайк, всего доброго и goodbye, bitches.